О, ребят, всем привет! И в этой серии мы начнем делать наконец-то нашу ферму. А место для нее я выбрал очень необычное. Это самый нижний блок нашего острова. Я долго думал, но все же решился делать нашу ферму именно в этом месте. Какой же маленький наш остров отсюда, это вообще, ребят. Очень маленький наш островочек. Оп, что-то я сделал не так. Давайте, вот так вот. Уже темнеет, ребята. Как потемнело резко. Ну-ка, и где же он? Наш нижний блок. А, вот он наш нижний блок. Ну уж не на этом блоке, а где-то вот здесь будет наша ферма. Вот на этом блоке. Так, и это все дело мы поломаем. Вот так вот. Вот, замечательно. Как бы... Ай, я упал, ребята. Я упал и оказался на спавне. Офигеть, вот эта книга, конечно. Ну ты и богатая. Так, а мы возвращаемся на наш островочек. И давайте же продолжим делать нашу ферму. Это можно все убрать, вот это все дело. Вообще долго ломается, как, ребят. Кирка у меня обычная, алмазная, незачарованная. На эффективность, а очень бы хотелось кирку на эффективность. Но до нее нам еще ого-го. А вот мы уже почти дошли до нашей точки назначения. Тут уже темнота, полная темнота. Темный фон такой. Давайте же приступать к нашему делу. А ферму Хоросов мы сделаем по такому принципу. Вот так вот. Два блока. На третьем вот такая вот конструкция интересная. Здесь у нас будет эндерняк находиться и расти наш замечательный хорус. И еще один. Ее можно так увеличивать по каждому ярусу. Это все. Ребят, надо остров потихонечку расширять. Вот это да, ребятки, такой маленький островочек у нас. Я даже не ожидал такого. Потом мы его точно прокачаем. И ферма будет потихонечку увеличиваться по мере возможности. О, как же здесь это сделать? Так. Вот так, мне кажется, надо. Упс, я не там делаю. Нам надо делать вот так вот. Да, вот так самое оптимальное будет, мне кажется. Вот, продолжаем. И думаю, в этой серии мы наконец-то посадим наши плоды. Итак, и здесь у нас уже заканчивается наш приватик. А давайте дуб сделаем. Это будет нашим полом. Таким вот. Вот так вот. Вот, ребят, давайте еще один сделаем ярус. Два блока и делаем здесь основание для нашего эндерника. Замечательно. Хоросов у нас уже будет достаточно много. Отметим еще здесь основание. И также отметим и вот здесь вот. Вот и все, ребятки. Где же наш эндерняк? Вот он один эндерняк. Я вижу один эндерняк. О, их у нас оказывается очень много. Это замечательно. И давайте возьмем наши цветочки. Вот наша ферма как выглядит отсюда. Ну ничего так, но она пока что очень маленькая. Поставим эндерники и посадим наши хорусы. Вот. А вот эти хорусы можно убрать потихонечку. Так, где плоды? Вот они. Мы получили 20 аж плодов. Вот это да, ребят. Такой плодовитый, я не ожидал такого. А вот эти вообще маленькие. Думаю, на этом пора заканчивать это видео. В этом видео мы сделали ферму Хоросов.
обязательно ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Всем пока-пока!